активно, какие решения принимал генпримар за время его деятельности, с самого начала. Легко видно, мы можем это показать, что с 2007 года, вообще еще раньше, но с 2007 года все существующие на тот момент игроки с 2007 года не получили ни одной авторизации на новое место. Были редкие случаи переноса счетов, но не было получено, не было выдано ни одной новой авторизации. Все новые авторизации были выданы только на аффилированные компании. Естественно, включая Aldor Art, это без вопросов. Более того, в 2011 году был объявлен мораторий на выдачу новых авторизаций. И в принципе уже тогда, если бы с 2011 года не продлевались авторизации на места, которые он сейчас хочет удалить, то город бы сам очистился. Если ты устанавливаешь правила, давай играть по этим правилам. Несмотря на это, с 2011 года аффилированные семьи компании получали авторизации и устанавливали новые счеты. Более того, это тоже все знают, это тоже можно показать, существуют счеты без выданных авторизаций. Это теневая схема без уплаты вообще налогов. Сами понимаете, во что это выливается.